Иди. Это замечательно, мне выпал лук. На самом деле это очень хорошо, то что мне выпал лук. Тем более у меня есть и стрелы, в случае чего я смогу от кого-нибудь защититься. Я тут наблюдаю Real Meat, который мне скорее всего не выпадет. Просто так разрушать его я не собираюсь. В принципе, я сейчас могу скрафтить алмазную кирку, но сомневаюсь в этом. Да уж, алмазы. Я ищу не вас, алмаз, я ищу сейчас с собой Real Meat. Потому что мне будет необходим в качестве того, чтобы сделать себе Real Meat в кирку. Ну, в принципе, я и искал тебя, Real Meat, мой любимый. И надеюсь, тут больше одного кусочка Real Meat. Хорошо, ладно, хорошо, хотя бы один кусочек. Я нашел еще один кусок Real Meat, и надеюсь, там их поболее, чем один. Ибо мне бы уже скрафтить тебе кирку, потому что это потихоньку уже ломается. И это не особо мне нравится. Редстоун, я не вижу в нем такой особой необходимости, потому что тут нет никаких индустриальных модов, в котором можно было бы что-нибудь с этим делать. Да, тут два кусочка. Тут более, чем два кусочка. Хорошо, вот так вот скажу. Скрашу себе... Поставлю сейчас таким вот образом, поставлю Real Meat на переплавку, а сам пока добуду остальные кусочки Real Meat. На самом деле пропала уже такая необходимость в этой кирке, поэтому ее можно смело выбросить, а доиспользовать уже эту железную кирку и подправить уже на остальные раскопки в пещеру. Да, и еда у меня тем временем очень быстро и стремительно заканчивается. Крафтим себе нашу любимую Real Meat'овую кирку. Это же просто чудо, посмотрите, как быстро копает эта Real Meat'овая кирка. У меня тут небольшие проблемы, то что я очень сильно горю, я боюсь, что я сейчас умру. Да, к сожалению, я умер. Но не стоит отчаиваться, я снова иду в шахту, снова иду в бой, и я возьму, пожалуй, отсюда стейки, чтобы у меня не было таких проблем с голодом. Лучше я возьму отсюда еще курочку, которую мне нужно дойти. Ну что, опять в шахту? У меня тут такая проблема, у меня тут скелет не убивается, алло. Мистер Скелет, вы не можете вы умереть, спасибо. По-хорошему, мне надо будет взять верстак, я буду. Скажите мне, я умный? Нет, я скрафтил все верстак, когда у меня здесь уже был один верстак. Я просто не знаю, я до ужаса очень логичный. Я нашел так называемую руду, как Орлимит. Привет, скелет. Ты тот самый неубиваемый скелет, замечательно. В принципе, меня снова убили, и я решил применить какие-либо глобальные действия по убийству того самого ненавистного мной скелета. Что же я решил? Я сначала решил переплавить все железо, которое у меня имеется. Я сначала переплавлю весь так железо, которое у меня есть, для начала. Сделаю себе, во-первых, медь и скрафчу себе ведро воды, потому что без хотя бы двух этих инструментов в шахте делать вообще ничего. Ну, с новым мечом и с новым ведром, как бы это странно ни звучало, нас ждет нас новый бой. Привет! Он на самом деле не очень агрессивный, поэтому бояться его я не вижу смысла. Тем временем у нас уже 17 уровень, а у меня тут установлен один такой очень замечательный мод. Нажав на кнопочку Y, у меня, по крайней мере, на такой раскладке стоит, у нас есть мод, позволяющий нам прокачать какие-либо навыки, как в какой-либо RPG игре. Например, сейчас мы можем прокачать майнинг скилл или другой скилл. По-моему, рационально будет прокачать сейчас майнинг скилл до 10-го, хотя бы до 11-го. И уже видим, как уже колоссально поменялась скорость добычи ресурсов. И сейчас я добываю со скоростью где-то алмазных, хотя у меня в руках железная. Взорвался крипер и снес мне просто все хп, осталось мне только пол хп буквально. И мне заставляет на самом деле это задуматься, чтобы сделать мне броню. Я вижу тут сундук. Кажется, он застрял немножко в текстурке. Я не знаю, что с этим сундуком не так. Ну ладно, приду к тебе в следующий раз. А тебя, крипер, я убью. Тебя тоже, крипер, я убью. Нет, я тебя не убью. Убираем снова эти ресурсы и снова идем в бой. Я буду очень часто умирать в этом сезоне. Ну, напоследок серии я бы хотел убить этого... Да, он меня вынес первого удара. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, эта серия была намного продуктивной, поскольку в этой серии мы сделали очень много вещей. Добыли такую кучу ресурсов, познакомились с такой милой овечкой, привет, что ты тут делаешь. Нашли себе место, где мы могли бы пожить, временный хотя бы вариант. Я думаю, я в скором времени здесь полностью обоснуюсь. Ну, а я с вами прощаюсь, с вами был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Всем удачи, всем пока, всем тортик, ребят.